С вами Сергей Гудков, психотерапевт, один из мастеров проекта фестиваля «Зона комфорта». Сегодня пару слов и одна рекомендация о том, как быть, если вас захлестывают переживания, если у вас много тревоги, или даже вместе с этим есть какие-то действия, может быть, продуктивные, может быть, нет, чтобы этого избежать. Итак, пару слов про эмоции. Что такое эмоции? Вообще эмоция – это эволюционно выработанный способ к чему-то нас подтолкнуть, к немедленному, к быстрому ответу. Как правило, ответу действием. Бежать, прятаться, замирать, ну, в общем, спасаться как-то, выживать. Теперь, что делать, если вас захлестывают эмоции, если у вас слишком много переживаний, если вы постоянно что-то там крутите в голове, мечетесь? Первая задача – это отстраниться от эмоций. И если мы говорим языком НЛП, это диссоциация. Но как это сделать на практике? Начните вести дневник переживаний. То есть вы прямо берете блокнот, тетрадь и начинаете, как только, вот очень важное уточнение, в тот момент, если вы себя поймали на том, что вы слишком много думаете, что вы думаете, и при этом есть какие-то эмоции, побуждение, вас уже тянет побежать в магазин за очередным рулоном туалетной бумаги и килограммом гречки, вы в этот момент, вот в тот самый момент, вы записываете. Лучше всего, конечно, рукой. Вы отмечаете дату, время и что с вами происходит. Вы прямо пишете прямым текстом то, как вы думаете, какие эмоции вы переживаете, может быть, что происходит в теле, какой импульс к действию есть. Вы делаете это несколько дней-неделю, и за время ведения, хотя бы за эти несколько дней, вы получаете вот тот самый важный первичный навык отстраняться от переживаний. И не поддаваться каждому мысленному импульсу, и не раскручивать его дальше, дальше и дальше, а реагировать на это более спокойно и разумно. Рукой. Либо, если вы уже не умеете писать рукой, ну, пожалуйста, тогда в смартфоне вы будете как-то набирать в заметках. Но очень важно, да, еще раз подчеркиваю, записывать прямо, как вы думаете, что с вами происходит, и именно в тот момент, когда вы себя на этом ловите. Иногда спрашивают, ну, так я буду целый день писать. Да хоть 150 записей в день. Вы начнете делать, и это количество записей у вас очень быстро сократится. И, по крайней мере, хотя бы частично ваши эмоции улягутся. Вот так. С вами был Сергей Гудков. До встречи на фестивале. Пока.